Я хотел бы обратиться к вам. Идет война. Страдают люди, мирные люди, русские люди. Женщины, старики, дети. Страдают от бомб, от снарядов, от холода и голода. Им срочно нужна помощь. В городах Новороссии нет воды, газа и электроэнергии. В больницах не хватает лекарств. За мирных людей, за Новороссию, за их жизнь, за свободу, за право говорить на своем языке сражаются добровольцы. Сражаются, невзирая на опасность, невзирая на клевету. Они спасают чужие жизни ценой своей жизни, ценой своих лишений, ценой своего здоровья. Ополчение тоже остро нуждается в помощи. Движение Новороссии, благотворительный фонд, глобальные инициативы видят свою миссию в том, чтобы в обход самозванцев, без посредников, доставить помощь туда, где в ней действительно нуждаются. Тем, кому она жизненно необходима. В сегодняшней ситуации любая помощь бесценна, любая. Это касается каждого. Это долг перед Родиной, долг перед совестью. Мы со своей стороны обещаем, что сделаем все, чтобы ваша помощь дошла до адресатов.